5-й конкурсный день. Они уже опытные даже в рамках проекта модели. Они уже продемонстрировали свои умения в дефиле, показали, что могут уверенно держаться в седле. Знают, с чего начинается утро каждой красавицы, следящей за своей внешностью. А сегодня перед ними очередная нелегкая задача. Фотосессия для журнала «Я покупаю» совместно с салоном для детей и будущих мам «Кенгуру» и компанией «СТБ Охрана». Мой большой любимый нянь. На первый взгляд ничего сложного. Нарядиться в любимую одежду от салона «Кенгуру». Какая девочка не любит наряжаться? И сфотографироваться. Но это обывательская точка зрения. На самом же деле задача фотомодели куда более сложная. В фотографии мы не передаем динамику, но мы передаем взгляд. Да, то есть взгляд, мимика, то есть как человек взаимодействует со всем. Как бы я думаю, моделю будет намного легче, чем быть фотомоделью. Модель, да, когда она показывает на подиуме, ходит и бродит. А когда мы говорим про фотомодель, это актерское мастерство. Качество это их не перечислить. Я думаю, что это дар, который надо развивать. Осень. После летнего отдыха пора возвращаться за школьные парты. Первая серия фотосессии «Дорога знаний» ставит задачи перед участницами конкурса достойно ее пройти. Ситуация задана для Насти Мазнёвой и Маши Фиалко. Дорога в школу в первые сентябрьские дни любому школьнику приносит радость и некоторое волнение. Задача наших участниц усложняется, за ними следит фотокамера. И именно она покажет, насколько им удалось справиться с заданием. Следующий этап съемки. Ситуация приятная для любого ребенка. Мы идем в кинотеатр «Вавилон». «Однажды в кино». Серия вторая. Ситуация задана для Насти Мосягиной, Влады Поповой, Насти Хованской и Насти Федуловой. Компанию юным моделям в кинозале кинотеатра «Вавилон» составил большой нянь Михаил Шевляков. В руках попкорн, любимый напиток, самый что ни на есть киношный вариант. Смотришь на готовые фотографии второй серии фотосъемки и ловишь себя на мысли, что в голове так и мелькают варианты фильмов, которые бы вызвали у девчонок такие эмоции. Теперь игровые автоматы. Ситуация задана для Дианы Хомяковой и Арины Малининой. Увлеченно играет и большой нянь Александр Манцеров. Как возможно в моменты, когда вокруг такая привычная детская обстановка игрового зала, Европарка, реагировать на команды режиссеров «Работаем». Не каждый ребенок способен отвлечься от игры на фотокамеру. В этом-то вся история.